15 октября в Казанском университете в онлайн-формате состоялось очередное заседание ученого совета под председательством ректора вуза Ильшата Гафурова. На повестке дня было сразу несколько вопросов. Выбор декана юридического факультета, заведующих кафедрами, присвоение ученых званий, выдача дипломов доктора и кандидата наук, а также отбор претендентов на замещение должностей работников профессорско-преподавательского состава университета и другие прочие вопросы. Также на заседании Ильшат Гафуров торжественно вручил награды за заслуги в образовании особо отличившимся сотрудникам. Отдельно была выражена и благодарность от гендиректора ПАО «Татнефть» Казанскому университету за плодотворное сотрудничество в период пандемии. Кроме того, были поздравлены и сотрудники с 80-летним юбилеем. Я хочу отдельно сказать слова огромной благодарности и нашим ветеранам, заслуженным нашим профессорам, пожелать вам крепкого здоровья, что сейчас очень важно. Вы заложили фундамент нашего университета. Представьте, вот победе 75 лет, а вам по 80, да? Вам большое спасибо, Бекзор Рахмат, что вы вот все эти годы с нами. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.